Ладно, ребята, нам очень нужно найти второй тепловой след. Надеюсь, там будет гора инициирующих ядер. Скоро им обнаружат Химеру, а без нашего штаба шансов у нас не останется. Так что не подведите меня и... удачи, что ли? Это большая ответственность. Вы справитесь. Ладно. Я не могу подвести мистера Старка. Джарвис, что мне делать? Второй тепловой след обладает несколькими источниками, расположенными вокруг Большого Центра. Полагаю, это, вероятно, и есть массивное сосредоточение инициирующих ядер. Вероятно, все они хранятся в одном месте. Возможно, в каком-то здании. Поняла. Бешеный пес 2. Ты кого-нибудь видишь? У меня все чисто! Джарвис? Да, мисс Хан. Мне кажется, Эллифолк правда не такой уж и ярко-зеленый. Полагаю, доктор Беннер переживает утрату нашего дорогого капитана, мисс Хан. Судя по записям в дневнике доктора, он вернулся на Химеру, чтобы расследовать произошедшее в День Мстителей. Однако последующая череда неудач привела его в ярость. Ну, конечно. Брюс винит себя. То же самое можно сказать и об остальных, мисс Хан. Поищите рядом ящик с особыми материалами. Вы приближаетесь к оборудованию АИМ. Надеюсь, к тому, к какому надо. Внимание! Отряды Альфа, Браво и Чарли! На связь не выходить! Пользуйтесь этим каналом только если найдете цели. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Найден тайник в секторе 12. Изучаю.
снаряды. Сожгли ядро. Хотят уничтожить как можно больше. Значит, надо спешить. Я отправил вам координаты другого ядра. Обнаружены цели. Это же Халк! Требуется подкрепление! Не нравятся мне эти ребята. Не похожи на обычные железяки, Аим. Мисс Хан, полагаю, это участники так называемого отряда «Стражи» — радикальные группировки, борющиеся против супергероев. Класс! Походу, теперь они работают на Аим. Осмотрели всю эту пустыню, но и этого мало. Я что, одна? Что? Где остальные нелюди? Почему они не дают отпор? Я не... Я
Я видела символы сопротивления, знаю слухи о восстании, но никого нет! Я не чувствую болезни. Я полна сил, как никогда. Но вдруг я больна. Я хорошо понимаю тебя. Эти силы теперь стали частью нас. Знаю только одно. Гораздо разумнее их просто принять. Ну или вроде того. Мой папа тоже так говорит. Значит, он умен. Еще как. Пора вернуться на Химеру. Так. Всем не с места! Да ладно. Старик и ребенок. Старик? Ладно. Доктор Пим вас примет. Док... Хэнк Пим? С ума сойти. Хэнк? Брюс. Что ты тут делаешь? У меня тот же вопрос. Как я рад тебя видеть. Да, и я рад. А, Камала, это доктор Хэнк Пим. Муравей? А, все это было в прошлом. Идемте. Ага. Так вот тепловой след, который мы искали. Мы собираем и используем оружие, роботов, технику. Все, что можем, чтобы защитить себя. А ты сможешь выделить пару инициирующих ядер? У нас геликарьеру нужно пройти ТО. Полагаю, мы договоримся. Ну, спасибо. А что это за место? Это наш муравейник. Идея не моя. Это наш анонимный хакер. Танцовщица. Так это... Так... Все они... Не люди, да. Многие сбежали из лаборатории АИМ. Значит, они все же отбивались. Располагайтесь. Нас ждет долгий разговор. Я даже не представляла... Какое это место огромное. Друзья Беннера, мои друзья. Есть минутка? Ты парень-портал. Да, Тео, парень-портал. К вашим услугам. Я Камала. У тебя офигенные способности. Спасибо, но тебе надо поговорить с Сарой. Она там, дальше, у большого экрана. Ужасно хочет с тобой познакомиться. Со мной? Ладно. Добро пожаловать в Муравейник. Приют для отщепенцев. Привет, мне нужна помощь. А, ты подружка Пима из пустыни. Тебя им прислала за нами следить? Что? Нет! Я шучу. У меня камеры стояли на тех роботах, с которыми ты в пустыне встретилась. Здорово, ты вломила тому стражу. А, спасибо. Я Сара Гарза. А тебе столько слухов ходит. Хороших слухов? Еще каких. Мы хотим, чтобы ты была в нашем отряде. Если найдешь время, я выдам пару заданий. Привет, мне нужна помощь. Серьезно? Ты лучше всех. Дай знать, когда закончишь. Спасибо. С ума сойти. Пойду скажу Мэйди, что ты согласилась.
Нам это очень нужно. До встречи. Ты меня очень выручаешь. Заглянешь в сундук позади тебя? Новая поставка пришла, у меня даже не было времени поглазеть. Конечно. Я не знаю, что это все такое, но Сара будет в восторге. Франциско на Дне Мстителей? Бинго. Мы с сестрой там были. Сестрой? А где она? Где-то тут катается. Ты сразу поймешь, что это она. Ты был в Сан-Франциско на Дне Мстителей? Бинго. Мы с сестрой там были. Есть минутка? Большое спасибо. Не за что. Рада помочь. Хочешь секрет? Все роботы здесь – любимые проекты Пима. Самый первый, Марк 1, зависает в кладовке со снаряжением у лестницы. Буквально. Его сложно не заметить. Ладно, можно, наверное, глянуть. Могу я вам помочь? Здравствуйте, новый клиент. Чем я могу помочь? Прости, что пялюсь. Прости. Я не испытываю чувств по поводу вашего взгляда. Все данные о моем прошлом были удалены из соображений безопасности. О, это как-то грустно. Эти излишества сочли неэффективными для моего программного обеспечения. Я испытываю только радость от взаимовыгодного обмена. Значит, чем больше я куплю, тем счастливее ты будешь? Верно. Здесь одиноко. Без паники. Доктор Мэдди Чо хочет поговорить с тобой в кабинете. Что? Доктор Мэдди Чо. Это я. Зайди в лабораторию. Дам тебе пару классных штук. Эй, Мститель! Эй, привет! Вау, вот это да! Какая энергетика! Я Мэдди, местный гениальный биолог. Не говори Пиму, что я так сказала. И Беннеру. Не бойтесь, я могила. Вы меня звали? Да, я не из нелюдей. Зато заведую всеми примочками, гаджетами и снаряжением. Если хочешь стать быстрее, выше, сильнее, то тебе нужна я. И зачем вам это? Чтобы быть умнее других. Принеси мне нужные материалы, и я постараюсь вооружить тебя против АИМ. У меня уже есть кое-какие прототипы. Взгляни. Солнышко, ну, что как? Какой восторг! Я сейчас слюнями захлебнусь. Чем я могу помочь? Сейчас ничем. Но Пиму нужна помощь с одной штучкой. Иди к штабному столу, он все объяснит. К штабному столу? Выше нос, волосы назад. Ты все делаешь правильно. Думаю, пора показать Аим, на что я на самом деле способна. Что думаешь, Джарвис? Думаю, вы способны на что угодно, мисс Хан.
А им ставят эксперименты на нелюдях в ряде исследовательских центров в этом районе. Теперь, когда у нас появилась поддержка, можно попытаться попасть в один из них. Я хотел бы ознакомиться с их исследованиями. Отличная идея. Мы ограбили одну из их крупнейших лабораторий на северо-западном побережье. Архив Олимпия? Впечатляет. Нам как раз было интересно, кто там все разгромил. Спасибо. Данных мы достали маловато, но, может, в этот раз повезет больше? А им строят базы в тихих городках, в глухих местах на западе страны. Мы полагаем, что там они используют местных нелюдей в качестве подопытных. Не могу поверить, что все это происходит прямо под носом у властей. У них есть связи в Вашингтоне и контракты со всеми крупными корпорациями. А им 5 лет укрепляли свои позиции. Будет не так-то легко их свергнуть. Ну, с чего-то придется начать. Мы должны сражаться за правое дело. Когда-то я знал Мстителя, который выражался точно так же. Добро пожаловать в Венчур Ридж в Вайоминге. Здесь я им собирала нелюдей до того, как построили тюрьмы. Когда нелюдей сюда привезли, большую часть мирного населения эвакуировали. Сейчас в городе разве что патрули АИМ можно встретить. Есть. Остерегайтесь патрулей АИМ. Едва ли они будут вам рады. При удаче мы сможем перехватить данные о том, что они делают с вашими людьми. Высылаю координаты здания. Опасайтесь патрулей. Спасибо за помощь. Хочу что-то для вас сделать. Когда вокруг была полная безнадега, меня поддерживали мысли о вас. Раз есть сопротивление, значит, у нас есть шанс. Теперь, наконец-то, ситуация складывается в нашу пользу. Думаете, мы... Наконец-то! У меня уже кулаки чешутся! Я не собирался этого делать, по крайней мере, в начале. Многих из нас сразу же схватило АИМ. Как только мы поняли, что нас никто не спасет, мы вырвались и принялись за дело. Член сопротивления попал в беду. Ему нужна ваша помощь. Как по-вашему, где они держат нелюдей? Обычно в исследовательских лабораториях используют специальные клетки. Их держат неподалеку от места. Yeah.
Берегите зрение! Есть. Тео, за работу. Теперь ты в безопасности. Джарвис. Есть идеи, что нас ждет внутри? Как только будем внутри, я смогу провести сканирование и узнать, что за технология тут использована. Я смогу! Рядом должен быть ящик с оборудованием. Идеально! Я молодец! Неподалеку от вас находится элитный боец АИМ. Уничтожив его, вы можете обнаружить что-нибудь полезное. Поработаем кулаками, ребята! Thank you.
За дело! АИМ запустила аварийные протоколы. Сегодня твой счастливый день. Спасибо. Кажется, тут не принимают посетителей. Я напишу им ужасный отзыв. Нужно разобраться с постом охраны. Все пошло не по плану. Что нам делать? Если уничтожить трансформаторы на верхнем этаже, двери лифта должны открыться. Кажется, это пока все. Отлично. Один есть. Один остался. Я молодец! Без проблем! То, что надо. Посмотрим, что там. Ладно, детишки, перерыв. Значит, вы тоже были в тюрьме? Зачем вас схватили? Вы же не из нелюдей. Тарлтон считает угрозой любого, у кого есть способности. Они сделали так, чтобы я не мог использовать свои силы. Перестроили мою физиологию, чтобы я умер, если буду менять размер. Простите. Куда теперь? Судя по записям, секретная лаборатория в конце коридора. Рядом расположен ящик с оборудованием. Неподалеку от вас хранилище АИМ. Стоит проверить, что там. В АИМ
знают, что мы тут. Так что готов. Точно там, где нужно? Мне почти что удалось проникнуть в сеть АИМ. Они что-то прячут. Следите за войсками АИМ. О, мы проследим. Прошу, Джарвис, скорее. Я спешу в рамках возможностей моего процессора, сэр. Агентов убит. Получите, распишитесь. О, мне кажется, или тут становится жарче. Еще один противник убит. Направляюсь к тебе. По всей видимости, АИМ перевело нелюдей на ближайший корабль. Он готовится к отправке. Мне нужно то, что находится на этом корабле. Доберитесь до него, пока он не взлетел. Обхожу протоколы безопасности. Ожидайте. Как нам остановить взлет корабля? Не знаю, получится ли, но я могу попробовать подменить пункт назначения. Отличная мысль. Попробуйте перепрограммировать его так, чтобы он отправился в муравейник. Похоже, мы вовремя. Доберитесь до тех терминалов, чтобы дать мне доступ к их сети. Нужно перехватить управление всеми тремя, чтобы подключиться к навигационной системе. Осторожно, а им попытается вернуть терминалы обратно под свой контроль. Одним злодеем меньше!
Мы потеряли одну точку доступа. Верните ее. Им вернула точку доступа. Потеряли одну точку доступа. Верните ее. А им вернула точку доступа. Снова захватила терминал. Пожалуйста, разберитесь. Спасибо, дружище. У меня неприятности. Джарвис, скажи, что все получилось. Боюсь, мы опоздали. Они нас заметили. Отлично. Возвращайтесь, и будем разбираться с этими исследованиями АИМ. Что ж, все пошло немного не по плану. Нам удалось добыть ценные образцы для исследований, однако АИМ оказалась куда сильнее, чем я предполагал. И они держат в плену столько нелюдей. Мы должны их остановить. Я согласен с тобой, Камала. Однако нам нужно время на перегруппировку. Когда Тони доберется сюда, на Химере, будет гораздо проще начать наступление. Хорошо. Но дольше ждать нельзя. Так, возвращайся в Муравейник. Там обсудим наши дальнейшие планы. Это Мэтс. Можешь подскочить в лабораторию? Сан-Франциско на Дне Мстителей? Бинго. Мы с сестрой там были. С сестрой? А где она? Мне не помешала бы помощь. Хочешь потрепаться? Что происходит? Я слышала, что случилось с десантом. Убери это выражение лица, я просто хотела тебе кое-что дать. Хочешь потрепаться? Я тут.
Я этого не заслуживаю. Сопротивление с тобой не согласно. Категорически. Спасибо. Так, у меня плохое предчувствие. Помоги мне. Сказал мы. Это ты и Камала? Пирокинез? Вот это мощно! Эй, не ушибся? Все нормально. Классные силы. В смысле, выглядит здорово. А я полиморф, кажется. Это круто, типа эластичные руки и прочее. Пока все это выглядит довольно стрёмно, но... Ты из нелюдей. Ага. Как тебя зовут? Данте. Камала. Что с твоей ногой? Сломал ее во время побега. Ну, зато ты выбрался, да? За мной вернулась мама. Да, я выбрался. Но ее схватили. Ясно. Мстители будут здесь уже через пару дней. Они собираются захватить тюрьму и твою маму спасут. Пару дней? Почему меня никто не слушает? Я слышал, как доктор Пим сказал, что пленников перевозят в другое место. Ну... Его тоже найдут? Ну, конечно. Твои мстители опоздают. Дай я тебе помогу. Нет. Ты не видишь? Мы не люди. Всем на нас плевать. Это неправда. Надо сказать Брюсу. Мы можем чем-нибудь помочь. Надо убедить Брюса и доктора Пима вернуться в ту тюрьму. Ого, похоже, они испытывают частицы Пима. Надеюсь, у них все получится. Привет, мне нужна помощь. Так, вот что мне нужно. Ты меня очень выручаешь. Конечно, Рой, доктор. Я хочу, чтобы ты отправил одно из запасных шасси на Химеру с припасами. И, Рой, главное, незаметно. Я должен сказать, это гениально? Эй, есть минута? Да, а что? А им перебрасывает нелюдей в другое место. Скоро. Так. Ты поговорила с Данте. Прости, а кто такой Данте? Один из выживших нелюдей. Мы смогли его вытащить, но его мать все еще там. После его побега им усилила охрану. Ясно.
Мы должны помочь им. Это так себе идея. Что? Но там же нелюди. Я не понимаю. Мама, Данте, мы не можем сидеть сложа руки. Мы не будем сидеть сложа руки, ясно? Рой повез энергоядра, значит, Тони будет тут меньше, чем через день. Надо подождать. Я не понимаю. У нас же Халк. Камала, сопротивление пыталось проникнуть туда месяцами. Выбраться было проще, чем попасть внутрь, и нам помогали. Земли тюрьма почти неприступна. Вы видели, на что мы способны? Я помогу. Но это слишком опасно. Вам не понять. Вы не из нелюдей. Ты не готова. Прости, мы ждем. Прости, я не могу просто... Не могу сидеть сложа руки. Камала-хан. Вы не спите? Верно. Я вижу. Я сообщу доктору Пиму. А может, не надо? Хорошо. Всего доброго. Вы не против пообщаться? Почему ты хранишь мой секрет? Вас защищает сам Джарвис. Это такая честь. Вам очень повезло. Спасибо. Наверное. Какая прекрасная ночь, верно? Ты всегда рядом. Я стараюсь быть максимально доступным. Стрёмно. Ну ладно. Тео на дежурстве. Спасибо. Привет, Камала. Не спится? Да, я планировала что-нибудь соврать, но... Я возвращаюсь в ту тюрьму. Это из-за нас они перевели тех заключенных. Респект. Давай сюда. Серьезно? Вот прям так? Я чувствую, тебе можно доверять. Но тебе понадобится вот это. Там снаружи небезопасно. Спасибо, Тео. Людям нужно помочь. Если все получится, то злиться не будут. Надеюсь. Я вернусь так быстро, что Брюс ничего не заметит.
Ого, что здесь случилось? Шуток. Надо собраться. Добраться до камер. Освободить нелюдей. Без проблем. Надеюсь. Большая желтая дверь. Похоже на вход. Осталось открыть, и дело в шляпе. Давайте, типа, вы меня не видели. Противник на прицеле. Держаться. Кто же еще спасет нелюдей? Наши условия предельно просты. На нас лекарства, на вас контроль прессы. Мы свою часть выполнили. И где это ваше лекарство? Детей вырывают из рук матерей. Люди пропадают. Даже у них возможностей есть предел. Людям нужны ответы.
Я дам вам кое-что получше. Запуск адаптоидов непременно всех отвлечет. А потом? Нет никаких доказательств, что ваше лекарство работает. Все чаще начинает звучать слово «террорист». Результат будет, сенатор. Я более чем полагаюсь на способности доктора Рапачини. Что из этого было ложью? Действие газа по-прежнему краткосрочно. И без моей формулы, дающей им жизнь, этот газ... Убивает, а не спасает. Благодаря газу у нас есть адаптоид. А формула спасла тебе жизнь. Понять бы процессы в организме нелюдей. Я могла бы обратить их вспять. Мы столько сможем достичь. У нас довольно сил, чтобы построить армию. Пора списать убытки. Довольно. Я же не люблю детей. По идее, техкоридор ведет к лаборатории Моники.